10 ученых-этномузыковедов из Казахстана и Турции прибыли в наш город для проведения фольклорно-этнографической экспедиции. 5 дней они будут изучать традиционную музыкальную культуру нашего края. Проект по изучению музыкальной культуры тюркоязычных народов разработан в этом году Международной организацией тюркской культуры «Тюрксой» и Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО. В шахтерскую столицу делегация Турции и Казахстана приехала в рамках фольклорной этнографической экспедиции. Основная задача – это, конечно, найти наши общие музыкальные корни. А это работа специалистов, которые в достаточной степени должны знать и свою музыку, и изучить музыку братских народов. До сегодняшнего дня это делалось очень мало, почти не знают музыку друг друга, а уж молодежь тем более. Поэтому столько молодежи собралось на конференции с участием музыковедов Турции и Казахстана. Нужно отметить, что наш регион выбран не случайно, поскольку Карагандинская область является крупным культурным центром, сумевшим сохранить свою многообразность казахской традиционной музыкальной культуры. Экспедиция продолжится в Шетском районе, на родине знаменитых кюши. В юрте с Бешбармахом они все это очень хорошо, думаю, запишут, побеседуют с аксакалами, какие-то легенды запишут, потому что любое наше произведение, любой кюй, он программный, он обязательно о чем-то повествует. В результате проектов комиссии ЮНЕСКО Турции и Казахстана предусмотрен выпуск научного сборника, посвященного традиционной музыкальной культуре двух стран.